Ну, слишком много сейчас в твоем вопросе было разного. Во-первых, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Каждый должен заниматься своим делом. Дело артиста – выступать. Как гражданин он вполне может говорить, но в связи с тем, что он артист, у него, соответственно, трибуна несколько больше. Его точка зрения не является для меня ничем, как его точка зрения. И если он, так сказать, считает так, а я считаю не так, то не значит, что мы должны с ним воевать или что, и так далее, так далее. Это касается этого. Я считаю, что, так сказать, слишком сложный вопрос, чтобы так вот рубить с плеча и так далее. Это глупо, это очень неправильно. Так сказать, быть оголделым сюда или оголделым туда и так далее, и так далее. Я, так сказать, поэтому я, например, считаю, что даже не нужно их выслушивать. Открытое письмо, закрытое письмо, ну, пиши. Я могу написать, ты можешь написать, любой может написать. А я не согласен. Ну, пожалуйста. Значит, давить их концерты там всякие неправильно. Ну и поощрять это тоже государственную политику, если очень хорошо как-то сказал один начальник культуры в Москве, я уже сейчас не помню, кто из них, что Гоголь-центр собирался там какой-то делать премьеру явного такого антироссийского кино. Он его запретил. Он говорит, ну на наши деньги, мы же финансируем этот театр. Какого черта, говорит, мы будем платить за то, чтобы вы нас еще будете поливать? Ну, он абсолютно был прав. Есть форма, наверное, общения и форма, так сказать, полемики. И есть, так сказать, люди, которые, оппозиция какая-то, но она должна быть не хамской в этом плане, но мое мнение.